Ну вот мы заехали неделю назад, вот нас ожидает такой случай. К желтой воде в белоснежной ванне любовь на Терзар уже привыкла. А всего неделю назад вода из крана шла густо оранжевого цвета. В ней женщина купала полуторагодовалую дочку Леру и панику не поднимала. Но использовать жидкость для приготовления пищи все же не стала. Мы покупаем воду для питья, конечно, она и вкус совершенно другой имеет. Я думаю, ну, в дальнейшем, наверное, фильтр будем устанавливать, потому что такую пить невозможно воду. Всех, у кого течет цветная жидкость из-под крана, отписаться в Инстаграме попросил глава региона Александр Козлов. Отозвались собственники из 138 благовещенских многоэтажек. С четверга на страничке губернатора набралось 2,5 сотни сообщений. Благовещенцев пригласили на совещание в правительство. Управляющая компания, знаете, как у нас проблему решает? Сливает воду. Постоянно. Круглосуточно. Забывая даже выключать. То есть а вы по счетчикам платите? А мы платим. Мы попросили решить эту проблему. Руководитель вот нашей компании сказал, что управляющей компании нет денег, чтобы решить эту проблему. Большинство недовольных, как оказалось, живет в новых домах, тех, что новее 10 лет. Вот все лабораторные есть исследования. Я потратил средства, свои личные. Вот здесь есть нормативы, которые не соответствуют. Я не говорю по поводу холодной воды. Неисправны бойлеры и даже трубы, считают специалисты Роспотребнадзора. Качество воды на выходе из водоканала они проверяют каждый день, и нареканий нет. Проблемами остается изношенность сетей, и при выходе с источника водоснабжения по ходу своей транспортировки вода загрязняется, входя в жилой дом, проходя через систему водоподготовки, показатели резко ухудшаются. Решением губернатора Роспотребнадзор составил список проблемных адресов. Анализ воды проведут в каждом. То есть каждый дом, план по этому дому с закреплением должностного ответственного лица каждого. И что будет сделано по этому дому. И потом решили, не решили, решили, потому что ситуации разные. Результаты проверки главе региона предоставят через 2,5 недели. Повторное совещание губернатор проведет 15 сентября. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город».